Всем привет! Этот BMW называли самым надежным и некапризным. Причем это не седан, а кроссовер, что делает его еще более привлекательным. А как обстоят дела у BMW X3 первого поколения спустя полтора десятилетия? Сейчас обо всем подробно расскажем. Итак, встречаем BMW X3 первого поколения. BMW X3 выпускался с 2003 по 2010 год. И за это время, на то время, самый маленький кроссовер BMW отлично себя зарекомендовал. Профильные сервисы ничего на нем не зарабатывали, потому что он требовал только регламентного обслуживания. А причина в чем? А причина в простоте конструкции. Здесь нет сложной электроники, а все моторы проверены временем и изучены. А вот полный привод владельцы некоторые агрессивные могли ушатать к пробегу в 100 тысяч километров. В этом обзоре мы расскажем, как сегодня живется этим кроссовером и что в них беспокоит. Все-таки годы и километры оставляют на них отпечаток. На кузов BMW X3 грех жаловаться, но есть нюансы. Осыпается покрытие установленных на крыше рейлингов. И нечто подобное происходит и с ножками зеркал. Если рейлинги можно просто покрасить соблюдением технологии, некоторые даже умудряются делать это, не снимая рейлингов с крыши, то кронштейн зеркал придется отдавать на пескоструйную обработку. Кронштейны алюминиевые корродируют по-своему, требуют особой подготовки к покраске. С возрастом в основном начинаются проблемы с коррозией, что зависит в основном от степени воздействия реагентов. Коррозия появляется, то есть жуки выглядывают из-под пластиковых накладок колесных арок, там грязь и песок протирает лакокрасочное покрытие. Стоит также смотреть за низом дверей, а вот задняя дверь состоит из одной створки, и проем багажника не страдает обычно от коррозии. А вообще коррозия начинается с днища, и в поисках ее можно заглянуть за топливный бак. Фары у BMW X3 первого поколения быстро мутнеют и покрываются сколами, но это решается полировкой и бронепленкой. Хуже, если фары покрылись трещиной, вот как паутинка. Но это тоже не страшно, потому что трещины неглубокие, воду не пропускают, фары лишь выглядят уставшими. В дверь багажника встроена планка, в которой находятся плафоны для подсветки номера и кнопка для открывания багажника. Так вот, если в эту планку попадает влага, а она туда частенько попадает, то тогда корродирует простенькая электронная плата, и плафоны перестают светить. Замена лампочек не помогает. Но хуже всего, если начинает ложно срабатывать кнопка открывания багажника. Вот такая вот планка оригинальная стоит $150. Есть не оригинал, который стоит в 2-3 раза дешевле. Но можно еще просто разобрать неработающую планку и восстановить корродирующую пайку. Говоря о электронике, назовем еще пару узлов, которые не особо способны прожить 15-20 лет. Это парктроники и насосы стеклоомывателей, но это не самые дорогие детали. Половина светодиодов в заднем стоп-сигнале перестают светить со временем. И дело в том, что они не перегорают, а обрываются дорожки, которые их питают. Новый такой оригинальный стоп-сигнал в козырек стоит $250. Но заменителей нет. Можно поискать такой же на разборке. Ну, например, позвоните в «АвтоСтронг». А есть еще решение. Это пайка тех самых дорожек, которые питают эти светодиоды. Но для этого надо разрезать сзади этот стоп-сигнал, а потом при установке его качественно склеить и загерметизировать. С возрастом умирает и задний стеклоочиститель. В его механизм с управляющей электроникой попадает влага, от чего страдает электронная плата. Плюс, если стеклоочистителем не пользоваться, то тогда закисает вал. Но это решается чисткой. А если
Стеклоочиститель намертво примерз зимой, при его включении срезает зубья в редукторе. Новый механизм стеклоочистителя очень дорогой, стоит до хрена, $600. Но есть много неоригинальных заменителей, которые стоят от 100 до $300. Ну, деталь востребована. Еще со временем становится выглядеть неряшливо оригинальный поводок. Так вот, можно поменять этот поводок на поводок от BMW X5 второго поколения в кузове E70. Стоит $70. И плюс колпачок. На этот поводок надо будет установить бескаркасную щетку. А также еще в продаже есть много таких же неоригинальных поводков. В наружных зеркалах из-за влаги корродирует шлейф, и из-за этого могут выйти из строя моторчики и электронная плата. То есть при такой неисправности зеркало не будет регулироваться, а в тех версиях, которые оснащены электроскладыванием, зеркала не будут складываться. При наличии памяти сидений может быть и другое проявление неисправности. Зеркала могут перемещаться в крайнее положение при открытии центрального замка. В любом случае придется разбирать зеркала и ликвидировать последствия попадания влаги. Новый блок регулировки зеркала стоит $110, а если машина с памятью сидений, то 300. Трапеция передних стеклоочистителей у BMW X3 не выдерживает испытания водой и временем. Дело в том, что у нее корродируют шарнирные соединения и изнашиваются втулки, особенно с водительской стороны. Так вот, новые такие трапеции, оригинальные, по $900 никто не покупает. Бэушная такая с моторчиком и редуктором стоит примерно $100. Обязательно позвоните и уточните наличие в автостронге. Ну, для начала. А есть еще неоригинальные такие трапеции, тоже с моторчиком и редуктором, стоят новые примерно $170. А вообще для ликвидации тяг рычагов трапеции можно выточить латунные втулки. Они надеваются на оба вала вместо штатных пластиковых втулок. Если передние дворники вообще перестали работать, то придется менять весь мотор и редуктор, потому что в старом сгорела электроника. Как и у многих BMW из 2000-х, у X3 вода может попасть в салон и пропитать ковролин. А всему виной гидроизоляция дверей, которая отклеивается. Именно из-за этого вода попадает под дверные карты и в салон, а не остается во внутренней полости, чтобы потом вылиться наружу через дренажи. В общем, при такой проблеме гидроизоляцию дверей придется переклеивать. На машинах с панорамной крышей нужно осмотреть ее задние дренажи. Если трубки под обшивкой слетели, то вода будет попадать в ниши багажника. Если вода собирается в нишах багажника, то надо осмотреть клапаны, которые там находятся. Это так называемые вентиляционные решетки. Когда уплотнитель по их периметру рассыхается, то они начинают пропускать воду, которую поднимают колеса с дороги. Не стоит забывать и про трубку к заднему стеклоомывателю. Дело в том, что трубка может отсоединиться в потолке, и тогда вода, либо же омывающая жидкость, будет поступать в багажник сверху. А также эта трубка может лопнуть, если стеклоомывающая жидкость в ней замерзнет, и тогда вода будет поступать не к стеклоомывателю, а под ковер с правой стороны салона. И еще на секундочку вернемся к панорамной крыше. Она не подарок. Направляющие в задней секции ломались и заклинивали еще на 3-5-летних машинах. Фиксаторы дверей, особенно у задних, у BMW X3 слабоваты и перестают удерживать двери в промежуточных положениях. В этом случае их лучше поменять на новые. Дизельные двигатели у BMW X3 хороши, но, естественно, все зависит от состояния. Не стоит доверять моторам, которые сильно текут маслом, то есть текут маслом по всевозможным уплотнениям. Базовый дизельный четырехцилиндровый двигатель M47 действительно живуч и надежен. У него нет никаких заслонок во впускном коллекторе, а в остальном все стандартно. EGR, демпферные шкивы коленвала,
А, естественно, здоровье топливной системы зависит от качества топлива, но форсунки и ТНВД без проблем ремонтируются. Цепь ГРМ ходит 500 тысяч километров. И есть одно но. Двигатель М47 устанавливался на X3 только с механическими трансмиссиями. А это значит, что между двигателем и трансмиссией расположен двухмассовый маховик. Двигатель N47 появился сразу после рестайлинга, и он работает более отзывчиво и плавно. На сегодняшний день уже никого не интересует ресурс цепей ГРМ, которые еле выхаживают 250 тысяч километров. Напомним, что цепи ГРМ в этом моторе находятся со стороны маховика. Во впускном коллекторе BMW X3 у всех версий N47 будут вихревые заслонки, которые отдельно не меняются. На помощь приходят неоригинальные ремкомплекты либо заглушки для удаления заслонок. Топливная система мотора N47 оснащена пьезофорсунками Bosch. То есть в случае отказа пьезоэлемента придется покупать либо новую форсунку, которая стоит $400, либо искать хорошую бэушную. Обязательно позвоните в автостронг. ТНВД Bosch CP4 может настругать стружку, потому что он не терпит езды на резерве топлива. Ну а в принципе все сказанное про этот мотор беспокоит владельцев BMW X3 гораздо меньше, чем, например, раздатка. Шестицилиндровый турбо и битурбо дизель под капотами BMW X3 первого поколения — это всегда чугунный М57 с огромным ресурсом. Цепи ГРМ у него спереди, а цепи выхаживают 500 тысяч километров. Если говорить о топливной системе, то только в версии на 204 лошадиные силы, а такая версия была до рестайлинга, установлены электромагнитные форсунки. Затем их заменили на пьезоэлектрические. У всех М57 одинаковые впускные коллекторы, которые оснащены вихревыми заслонками, которые, в свою очередь, могут оторваться. Обычно их удаляют и глушат отверстия под оси. В остальном в М57 нет ничего необычного. Демпферный шкив коленвала иногда придется поменять. Цена $800 за оригинал, $300 за хороший заменитель. Ну а в остальном чистка впускного коллектора и замена прокладок, в том числе под вакуумным насосом, это все, что случается с ним за 150 тысяч километров. А теперь про бензиновые двигатели. BMW X3 первого поколения оснащался 2-литровой четверкой N46. Хороший надежный мотор, но он горяч и поэтому течет маслом по всевозможным уплотнениям. Также внимание требует Valvetronic и Double Vanos. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора, поэтому кому интересен этот мотор, обязательно посмотрите. Ну а те, кто еще на нас не подписан, обязательно прямо сейчас подпишитесь, потому что это поможет нам в продвижении канала. А вы получите, в свою очередь, 6 прекрасных технических видео в месяц. Обязательно подпишитесь. Дорестайлинговые бензиновые шестерки для BMW X3 представлены моторами М54, 2,5 литра и вот в данном случае 3-литровым двигателем. Так вот, эти двигатели хорошо себя зарекомендовали. Они просто так не ломаются, не задирают цилиндры и не хрустят ни распредвалами, ни коленвалом. При всем при этом, при больших пробегах приходится устранять течи масла по всем прокладкам, готовиться к замене фазовращателей и заслонки диса, обязательно содержать в исправном состоянии клапан вентиляции картера и бороться с жором масла с заменой маслосъемных колпачков. После рестайлинга роль самого мощного бензинового двигателя получил мотор N52. Рядная атмосферная бензиновая шестерка от, естественно, BMW. Так вот, мнения по этому двигателю расходятся. Есть объемы 2,5 и 3 литра. Если этому двигателю не уделять внимания, то со временем все будет плохо и дорого. Что значит уделять внимание? А дело в том, что к пробегу в 150 тысяч километров этот двигатель начинает капризничать. Все резиновые прокладки начнут пропускать масло. Маслом будут замазаны стакан масляного фильтра, прокладка Valvetronic, прокладки впускного коллектора. Где-то что-то лопнет во впускном тракте, появятся подсосы воздуха.
внимания и ремонта или замены потребуют заслонки диска. Со временем сальники клапанов начнут пропускать масло. Масложор начнет прогрессировать. Вообще, жор масла у моторов N52 – это навязчивая тема. Дело в том, что 2,5-литровая версия начинала поджирать масло прямо с завода. А обуздать этот жор масла можно только, если поменять старые поршневые кольца на новые. А проблема была именно в маслосъемных кольцах. Поклонники мотора N52 любой версии меняют в нем масло каждые 5-7 тысяч километров. И это спасает его от залегания поршневых колец и других проблем. Но даже при таком интервале замены масла приходится доливать 1 литр между заменами. А собственно заправочный объем этого масла в этом двигателе 6,5 литров. Если экономить на масле и не следить за его уровнем, то двигатель N52 может сожрать большую часть масла. А тогда уже начнутся совсем другие проблемы. То есть с цепью ГВРМ, с Valvetronic'ом, с ванасом также могут износиться шейки впускного распредвала и также могут износиться его опоры. И тогда распредвал начинает брынчать в увеличившемся зазоре. В общем, двигатель N52 нуждается в своевременном обслуживании. BMW X3 часто встречается с механическими трансмиссиями. К механике в целом никаких вопросов нет. Но надо знать, что с механикой идет двухмассовый маховик, а это дорогущая деталь. Но ходит хорошо, примерно 300 тысяч километров. На BMW X3 первого поколения устанавливали автоматические трансмиссии от GM и ZF. И напомним, то есть скажем еще раз, что с двигателем M47 дизельным только устанавливались механические трансмиссии. Пятиступенчатая трансмиссия на этом автомобиле это всегда GM5L40E. После рестайлинга в пару к шестицилиндровым рядным бензиновым двигателям устанавливалась трансмиссия GM6L45R. А вот шестиступенчатая АКПП от ZF появилась на X3 дорестайлинговом в конце 2005 года и устанавливалась в паре с 3-литровым турбодизелем мощностью 218 лошадиных сил. Традиционно считается, что трансмиссии GM более прихотливые и ломучие, чем немецкие ZF. Но на практике же и те трансмиссии, и другие, то есть GM и ZF, способны пройти до капремонта 400 тысяч километров. На самом деле все зависит от обслуживания и стиля езды. Менять трансмиссионное масло надо каждые 60 тысяч километров. Да, трансмиссия GM в обслуживании дешевле, потому что там отдельный фильтр. А после сентября 2007 года у трансмиссии ZF появился пластиковый поддон, в который встроен фильтр. Эта деталь дорогая, $150. Но до озвученной даты у КПП ZF были алюминиевые поддоны, там отдельный фильтр. В общем, фильтр для трансмиссии GM стоит намного дешевле. Слабое место в агрегатах GM, особенно в шестиступенчатом, это гидроблок. У ZF внутри над гидроблоком есть резиновые уплотнения, которые могут испортить настроение одним прекрасным морозным утром. Плюс нужно вовремя устранять течи масла по поддону и по месту ввода электропроводки. О том, что трансмиссии готовы отправляться в ремонт, говорят пинки и жесткие включения передач. Если такое дерганное поведение остается даже после замены масла, то милости просим на ремонт. Ну а те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь. Мы выдаем по 6 очень качественных роликов на техническую тематику в месяц. И у нас на канале кладезь информации для автолюбителей. Ну и сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помимо очень качественных БУ-запчастей, а также новых запчастей, в «АвтоСтронг» есть еще подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами, полным пакетом документов и в отличном состоянии. Если нужен байк в «МотоСтронг», ссылочки
я оставлю в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Ни один из двигателей BMW, особенно бензиновые, не терпят того, чтобы их эксплуатировали загрязненными радиаторами. Радиаторы надо мыть, вычищать каждые 50 тысяч километров. Еще при долговременном воздействии грязи, влаги, реагентов, ну и так далее, основной радиатор охлаждения и конденсатор кондиционера могут раздуться и лопнуть. Радиатор охлаждения стоит оригинальный $300. Есть заменители, которые подешевле. Также стоит менять крышку-пробку расширительного бачка, чтобы давление в системе охлаждения не зашкаливало. И термостат надо использовать качественный. На любом BMW X3 первого поколения с бензиновым двигателем на рубеже в 200 тысяч километров лопается расширительный бачок. Оригинальный стоит $80, и его лучше заменить перед летним сезоном, а заодно еще и промыть всю систему охлаждения. Кстати, есть оригинал, а также есть заменители, которые подешевле. Вентилятор кондиционера – это стандартная болячка BMW X3. Он перестает работать и не вызывает никаких видимых ошибок. Он перестает работать из-за окисления контактов. То есть эту проблему можно вылечить перепайкой. Вентилятор радиатора охлаждения на этих машинах перестает работать без каких-либо оповещений. Его поломку можно продиагностировать фирменным сканером, либо же понаблюдать за ним, крутится или не крутится. Электронная управляющая плата находится в моторе вентилятора. Часто страдает от влаги и последующей коррозии. Бывают случаи лопнувших конденсаторов и обрыва обмотки. Как правило, электроника вентилятора становится неремонтопригодной. Приходится менять вентилятор в сборе на новый. Цены кусаются. Около $800 за новый. Заменители всего лишь в 2 раза дешевле. Также вентилятор может загудеть. Но тут можно обойтись заменой подшипника. Но делать это надо аккуратно, чтобы не прикончить электронику. У дизельных BMW X3 под капотом есть непрерывный поточный нагреватель. Он встроен в трубки системы охлаждения. Так вот, он абсолютно незаметно выходит из строя, и мотор будет лишь медленно нагреваться, а обороты будут плавать. Так вот, можно отключить фишку, тогда обороты перестанут плавать, а можно заменить этот узел на новый. Новый стоит очень дорого, $900. Там же возле стакана с водительской стороны на дизельных BMW X3 первого поколения установлена дополнительная помпа. Она электрическая и служит для равномерной циркуляции антифриза через печку. Так вот, она тоже выходит из строя без видимых ошибок. Продиагностировать ее, ну то есть увидеть ее неисправность, можно в ходе компьютерной диагностики. Реанимировать помпу можно. Надо поменять угольные щетки ее электромотора. В основе полноприводной трансмиссии BMW X3 первого поколения раздаточная коробка ATC-400. Она гибко подключает переднюю ось. Передняя ось отключается с помощью специального хитрого сервопривода, который управляет смыканием пакета фрикционов. Обычно проблемы с этой раздаткой начинаются из-за того, что сервопривод перестает видеть положение вала электромотора. Тогда на панели приборов загорается ошибка, которая говорит о неисправности полного привода, и степень полного привода не регулируется. То есть машина может быть как заднеприводной, так и частично полноприводной. В этом случае можно снять сервопривод с раздатки, полностью разобрать его и очистить внутренности от угольной пыли и металлической стружки. Эти продукты износа ослепляют датчик Холла. Плюс нужно оценить состояние пластиковой шестерни, приводимой червяком электромотора. Зубья стачиваются на половине ее окружности, поэтому ее можно перевернуть таким образом, чтобы в зацеплении с червяком вступили нетронутые зубья. Если сервопривод жив, а в раздатке все равно есть какие-то проблемы, то все они по механической части. Это может быть износ цепи, также износ подшипника вала, также колокол, а также износ маслонасоса. В общем, есть много мастерских по раздаткам, которые предлагают ремонт раздатки ATC-400 до состояния лучше новой.
Чтобы отсрочить наступление механического износа раздатки, надо в ней менять масло. Оригинально DTF1 стоит $60, но есть заменители, которые дешевле. Также со временем устает подушка раздатки, то есть сайлентблок в кронштейне, на котором она подвешена. Карданные валы на BMW X3 не отрываются, но при больших пробегах, примерно к 300 тысячам километров, появляется люфт в крестовинах и изнашивается подвесной подшипник. Так вот, надо отдавать карданы в специализированные мастерские, чтобы там их отремонтировали с заменой изношенных деталей и отбалансировали. На дорестайлинговых X3, вот как прям в нашем случае, передний кардан не защищен от грязи, а вот на рестайлинговых защищен, есть щиток, поэтому крестовины на рестайлинговом X3 служат дольше, особенно задняя. Эластичная муфта заднего кардана, вот она здесь находится, мы там ее не увидим, тоже не вечная. Ее надо менять, когда она покрывается глубокими трещинами. Оригинальная такая муфта стоит $200, но есть заменители, которые в разы дешевле. При пробегах в 250 тысяч километров возможно подтекание масла по переднему и заднему редуктору, по сальникам. В общем, не забываем проверять уровень масла, а также лучше вообще не забывать его менять. На все про все уходит 2 литра обычного трансмиссионного масла 75W90. BMW X3 первого поколения оснащались датчиками дорожного просвета для регулировки наклона пучка светофар. Датчик установлен был вот здесь, но в данном случае его нет. В общем, с этими датчиками одни проблемы, потому что влага и грязь попадает в разъем датчика, также попадает в корпус датчика по валу со стороны штока. Плохо загерметизированы и оригинальные датчики, и неоригинальные. В общем, надо пользоваться консистентными растворами, то есть смазками, чтобы буквально наделить эти датчики водоотталкивающими свойствами. Кроме того, из-за коррозии тяги датчика могут оторваться от вала и будут прокручиваться на нем. Подвеска у BMW X3 первого поколения приятно живучая. Стоки Макферсон с традиционным для BMW тех лет раздельным нижним рычагом. Первый здесь сдается вот этот вот задний сайлентблок. Продается и меняется отдельно, стоит $30, и это цена за оригинал, который может пройти более 100 тысяч километров. А вот передний сайлентблок намного дороже, цена $150 за оригинал. Передние ступичные подшипники меняются отдельно от ступиц, но все равно по оригиналу очень дорогие, $200, есть заменители по $30. На задних полуосях со временем разбухают гребенки для датчиков ABS и обтачивают эти датчики. Так вот, из-за вот этой проблемы приходится снимать полуоси и устанавливать новую гребенку из неоригинального ремкомплекта. В задней подвеске 3 рычага. Все сайлентблоки продаются и без проблем перепрессовываются. Сайлентблок продольного рычага и цапфы стоят по $30. За ними и за всеми остальными сайлентблоками надо следить и по возможности менять всем комплектом, потому что по опыту точечная замена ни к чему не приводит. Колеса продолжают смотреть домиком и после регулировки. Ну что, BMW X3 оказался довольно-таки надежным автомобилем. У него нет косячных моторов и все трансмиссии надежные. Ну а те недостатки, которые мы сегодня перечислили, ну, случаются на разных этапах эксплуатации. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные и подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях и напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».